Хотите узнать свой город? Телевикторина Муромского меридиана вам в помощь. Новые интересные факты о городе и исторических личностях в проекте «Я знаю свой город». Очередную телевизионную загадку подготовила Регина Ломакина. С кем и в какой совместной художественной работе участвовал муромский художник Иван Семенович Куликов по заказу императора Николая II? Впервые телевизионную загадку отгадала совсем юная муромлянка. Ей всего 9 лет. Кстати, Маргарита Ерина тоже начинающая художница. Телезрительница получает подарок от магазина игрушек «Бегемотик» и музея иллюзий и наук «Предел Эшера». Мне понравился вопрос, потому что это по моей теме. Я люблю художников и просто еще знала ответ, готовила доклад. Это были 3 художника. Картина называлась «Заседание Государственного совета». Ее рисовали 3 художника. Это Репин, Кустодиев и Куликов. Куликов и Кустодиев, я знаю, это были ученики Репина. Я знаю свой город. А мы переходим к очередной телезагадке. Здесь чувствуется и связь поколений, и особая внегородская атмосфера спокойствия и отдыха. Этот парк – современник октябрят, пионерских огоньков и социалистических обязательств. Он принял первых отдыхающих 20 сентября 1967 года. Благодаря инициативе главы округа свое 50-летие парк встретит в новом современном облике. Сейчас полным ходом идет работа над эскизным проектом реконструкции. Самое лучшее, что когда-то было в парке, забыто не будет. Здесь было лесное хозяйство, плодопитомник, и поэтому практически он был готов для того, чтобы быть ему парку. Сюда сделали главные вот аллеи, главные дорожки, поставили аттракционы. Он строился недолго, в темпе. Здесь росли грибы, здесь были белки, это на самом деле, здесь белки были. Ну, массовое посещение людей, в общем, дали свои отрицательные моменты. К посадке многих деревьев в парке в момент его открытия приложили руку почетные люди того времени. И одно из них было посажено известным советским спортсменом, олимпийским чемпионом и чемпионом Европы. Сегодня на месте саженца возвышается настоящий исполин. Я ему тут держу это деревце. Еще как этот хозяйственник, мы ему помогаем. А здесь почетная такая линия спортсменов были. Футбольная команда «Муромец», вот так ее назвали. Вопрос звучит так. Какой известный советский спортсмен и олимпийский чемпион лично посадил дерево в парке 50-летия советской власти? Если вы знаете ответ, ждем его во вторник с 14 до 15 часов по номеру 9-98-55. Первый, кто даст верный ответ на телевизионную загадку, получит приз. Регина Ломакина, Николай Молодёнов, специально для новости Муром. Викторина проводится при главной финансовой поддержке магазина игрушек «Бегемотик», а также при финансовой поддержке шоу-музея «Предел Эшера».